Добрый день, хочу рассказать про аренду скутера в Алании. 23-й год, конец января. За 15 евро или 300 лир в день арендовал такой скутер, 110 кубов, едет 90 километров по спидометру, не знаю, как по-настоящему это. Где арендовал, я в описании к видео оставлю. Вдвоем можно на нем ездить. Вот здесь сиденье такое на двоих. Очень удобно. Инжектор. Расход, по идее, маленький должен быть. 5 литров бак. Я нахожусь в таком вот красивом месте. Тут сверху вот эта надпись I love Alania. Жалко, конечно, что пасмурно, идет дождь, но все равно по-своему красиво. Вот, собственно, так вот. Сейчас я на нем прокатился до седы. 15 евро дешево. Обычно просят 20.